Приветствую вас, аноним. Давайте разберем ваш вопрос. Проблема заключается в том, что дочь ваша считает вас своей собственностью, не позволяет вам проявлять тепло и ласку к другим детям. Ревнует вас, устраивает истерику, когда видит, что вы уделяете внимание не только ей. И, соответственно, воспринимает вас как, ну, пожалуй, как ту, кто должен ей прислуживать. Так, по крайней мере. Ну, у меня такое сложилось впечатление. По крайней мере. Исходя из того, что вы написали. Ну вот. Исходя из того, что вы написали в своем тексте. Соответственно, ваш вопрос, соответственно, что делать в этой непростой ситуации, как быть в этой непростой ситуации. Ну, что сказать, можно. Во-первых, нет отца. Это первое, что бросается в глаза, то, что нет отцовской фигуры. Вы одна. И если дочь ваша привыкла к тому, что вы безраздельно ее, если дочь ваша привыкла к этому, а судя по тому, что вы описываете, она привыкла к этому, к тому, что вы безраздельно принадлежите ей, то, конечно, она имеет все основания полагать, что вы должны принадлежать только ей. Ну, просто потому что, извините, а как иначе? По-другому она не умеет. По-другому ее не научили. Вы не приучили ее к тому, что у вас может быть кто-то еще, но, ну, на важном месте, что вы можете кому-то еще уделять внимание, что вы можете на кого-то еще тратить свои силы, свою энергию. А ваша дочь этого не понимает. И из-за того, что вы, вероятно, все свое свободное время посвящали ей, а она теперь полагает, что вы должны быть только ее. Ну, вообще говоря, сложно что-либо ей возразить, потому что если у нее был такой опыт,
котором, по большому счету, присутствовали только вы и все, то логично, что ребенок будет ждать на постоянной основе того, что к чему изначально она привыкла. А что нужно? Нужно, во-первых, работать с вашим чувством вины, потому что когда вы сказали, когда вы написали, что как мне объяснить детям, что я не могу их трогать, это как бы, да, не могу их обнимать, не могу проявлять к ним внимание, вот. А вот это, мягко говоря, означает, что дочь вами полностью управляет, и самое здесь неприятное то, что ей не идет на пользу такая вот, ну, такая позиция, ей не идет на пользу то, что она имеет такую власть над вами. Потому что в жизни ей из-за этого будет крайне тяжело. И чем быстрее, на мой взгляд, вы это поймете, тем лучше будет для всех. Ну, для нее в первую очередь, конечно. Вот. Именно для вашей дочери, в первую очередь, будет лучше. Потому что чем быстрее она сможет быть самостоятельной, тем быстрее она поймет, увидит, что полагаться нужно еще и на себя. Не только на тех, кто находится рядом с тобой. Значит, первое, это чувство вины. Чувство, что вы, грубо говоря, должны что-то своей дочери. Это первое. Ну вот ощущение долга, ощущение того, что вы обязаны ей, это вот та самая позиция, которая сейчас наиболее всего вам вредит, к сожалению. А следующее, это приучение ребенка к тому, что в жизни, что она не центр вселенной, что она не пуп земли. Потому что сейчас, к сожалению, выглядит все именно так, что она самая главная. А это, повторюсь, не имеет ничего общего с действительностью. Это не имеет ничего общего с реальностью. Это вот очень важно этот момент зафиксировать вам, и очень важно дать этот момент зафиксировать ей. Потому что в противном случае с
ситуация будет достаточно тяжелой. И крайне долго ребенок будет отходить от этой позиции. Вообще сейчас подростковый возраст начинается у нее. И, конечно, нужно бы поспешить с тем, чтобы начать как-то вот, ну, скажем так, приучать ее к тому, что она не единственная, что может быть ну, в вашей жизни и так далее. То есть вот, как бы это такой принципиальный момент на самом деле. Дальше необходимо вводить в вашу жизнь, людей, других людей. Людей, с которыми вы были в близких отношениях. Это необходимо, обязательно. Чтобы ребенок увидел, чтобы наша дочь видела, что да, вы можете общаться с другими людьми. Что да, вы можете уделять внимание другим людям, но все равно вы остаетесь с дочерью. Все равно вы никуда не деваетесь от дочери. Понимаете, какая штука. А сейчас же ваша дочь думает, что каждое ваше взаимодействие с другим ребенком, вот, это, ну, как бы, вероятность для нее вас потерять. И, конечно, она боится, это нормально, и будет бояться, это тоже нормально, потому что, ну, как любой человек, она будет защищать свое, так что ничего удивительного в этом нет. Так что с дочерью, делать, ну, тут, конечно, такой вопрос, что делать с дочерью. Что делать с дочерью, чтобы что, да? Это тут такой, на мой взгляд, важный достаточно момент. Что делать с дочерью, чтобы что. И нужно ли с ней что-то делать сейчас. Может быть, лучше вам что-то делать в первую очередь с собой, ну, то есть начинать как бы с себя, может быть, в начало, вот, а не с нее. Так получается, что она во всем виновата, она вот такая она, всякая, но это не совсем, правда, совсем. Так, это не совсем, на мой взгляд, корректно по отношению к ней, несправедливо по отношению к ней. А что касается нее, вот именно, что касается нее, то здесь я
Думаю, ситуация следующая. Ну, во-первых, нужно, чтобы человек имел возможность реализовываться. Чтобы человек имел возможность как-то, значит, самостоятельно, значит, самому для себя быть опорой. Это важно. То есть, если человек сам для себя опорой не является, ну, соответственно, практически невозможно в таком случае, практически невозможно ну вот, при такой позиции что-то сделать. Это нужно понимать. В этом нужно отдавать себе отчет. Вот такой ответ я могу вам дать. То есть, понимаете, дочь это в какой-то степени, да что там, в какой-то степени, это прямая связь с вами. Дочь это ваше отражение. И если вы видите, что дочь как-то себя ведет, если вы видите, что как-то она себя ведет, то это значит, что где-то как-то похожим образом ведете себя. К счастью или к сожалению, и вы сам. И вот с этим нужно разбираться. Тот инцидент, который вы вспомнили, когда говорили про выпускную фотографию, которую ребенок порвал за то, что вы чем-то ей не угодили, имеет достаточно противоречивую противоречивую историю, противоречивый контекст. С одной стороны, ну, дочь говорит, порвала фотографию за то, что ты мне не угодил. Первое, что приходит на ум, это избалованность. То есть вы своего ребенка избаловали. Это первое, что приходит на ум. Ну вот, родитель избаловал своего ребенка, и, в принципе, всё. Но дальше вы говорите такую фразу. Она осмелилась ее порвать. То есть ребенок, по вашему мнению, может осмелиться или не осмеливаться что-то делать. Мягко говоря, мягко. Здесь противоречие. С одной стороны, откуда-то девочка взяла, что вы должны ей угождать, и откуда-то девочка научилась негативно воспринимать какой-либо отказ, да, негативно воспринимать какую-либо фрустрацию, то есть откладывание. Откладывание выполнения своих желаний. А с другой стороны, вы позволяете себе использовать такие
фразы как осмелилась. То есть осмелилась там что-то сделать. И вы знаете, подобная авторитарная позиция, подобное авторитарное, так сказать, отношение к ребенку, в общем-то, хорошо достаточно проглядывает и у нее по отношению к вам. То есть, как вы с ней, так и она с вам. Ну, в общем-то, все логично здесь, потому что ребенок учится у своих родителей. Если вы демонстрируете ребенку, что чего-то она осмеливаться не может, а что-то что-то я должен, то и она будет вести себя так же. Но только если вы выбираете не совсем, мягко говоря, выдержанную позицию, а вот ваша позиция, она не выдержана в том смысле, что, ну, я уже говорил об этом, в том смысле, что вы как бы показываете человеку, что она одна, она единственная в вашей жизни. На мой взгляд, такого все же допускать нельзя, потому что это порождает эгоцентризм. Вот. А то, что происходит из эгоцентризма, вы можете видеть. Это ревность, это собственничество и так далее. И, собственно, данные отношения к человеку, такое вот, в какой-то степени, в какой-то степени материалистично отношение к человеку. Вероятно, от вас передалось дочери. Материалистичное отношение, например, к себе. Материалистичное отношение, например, к другим. То есть это то, что есть у вас. Помните, ребенок не способен чего-то принести нового сам, но прекрасно способен копировать те элементы поведения родителя, которые самим родителям реализуются достаточно, я бы сказал, охотно. И вот здесь есть важный момент. Дело в том, что если родитель говорит что-то ребенку, например, вы говорите, что там, допустим, не знаю, ревновать нехорошо, например, да? Но при этом сами вы в это не верите, или при этом сами ведете себя несколько по-другому, при этом сами поступаете как-то иначе, как-то не так, как-то не соответствует тем, что вы говорите. Когда вы именно и только говорите, но не делаете, или делаете, но несколько не то, или делаете то, но чувствуете неудовлетворенность, это все ребенком достаточно хорошо считывает. И когда ребенком это считывается, он делает соответствующие выводы. И эти выводы связаны с тем, что моя мама, например,
поступает так, как она не хочет поступать. Если она не хочет так поступать, то и я не буду так поступать. Ну, возможно, и обратная ситуация, когда ребенок делает прямо обратный вывод. То есть, если мама поступает, но не хочет поступать, то так должно поступать я. Такое бывает тоже. Но в вашем случае, именно в вашем случае, ребенок делает выводы, скажем так, прямые, скорее всего. То есть ребенок, скорее всего, не занимает здесь позицию жертвы, ребенок здесь скорее занимает позицию преследователя. Вот. И как бы таким образом это свою работу. А вам необходимо обратить внимание на собственную уверенность в себе, которая, на мой взгляд, достаточно сильно хромает, на мой взгляд, достаточно сильно ослаблена, скажем так, потому что вы прогибаетесь под свою дочь, вот. Ну и нужно понимать, что если вы где-то в чем-то ощущаете вину, да, то вот искуплением, в кавычках, чувство вины, именно искуплением, в кавычках, чувство вины, вам ничего не даст, как не даст вам, как не даст чего-либо дочери вашей же, потому что искупление вины дает лишь только одно. Это власть над тем, кто виноват. То есть да, безусловно, чувство вины нужно, но регулирует действия человека. Безусловно, чувство вины необходимо, потому что это естественно регулирование, напоминание человеку о том, кто он есть, и коррекция его поведения в соответствии с тем, каковы его ценности, чтобы он оставался собой. В этом смысле чувство вины, корректное чувство вины, конструктивное чувство вины сложно переоценить. Но как правило, чувство вины, например, в вашем случае, имеет достаточно деструктивную природу. Природу, когда ни одни действия полностью вину не искупляют, а ощущение, что вы должны своей дочери, начинает превалировать над всем. Даже над вашими интересами, даже над, как бы, ну, над приличием, когда вы приходите там, например, в гости, хотите обняться с детьми ваших родственников, а ваша дочь этого сделать не дает. И нужно правильно к этому относиться, нужно понимать, что ребенок сам по себе, ребенок, в этом ничего такого не видит, потому что, ну, так ребенок привык, так ребенок воспитан, вот, и, ну, как бы, предъявлять претензии ей за то, что она так себя ведет, сейчас, наверное, было бы некорректно. Следующий момент. Объяснять детям. Ну, если честно, несколько, опять же, странно и противоречиво выглядит момент, когда вы используете в отношении своего ребенка такие слова, как «осмелилась», да, то есть, ну, «осмелилась» там
что-то сделал. И с другой стороны пытается объяснить или всерьез рассматривается возможность объяснить другим детям, почему вы не можете, чтобы, как бы, ну, обнять их, там, поиграть с ними, там, подержать, например, на руках маленькую девочку и так далее. То есть, по сути, вы идете на поводу у своей дочери. И это как-то странно. Так вот, противоречит это с тем, что вот вы говорите про осмелилась. Про осмелилась, не осмелилась. Вот что странно. Вот что несколько противоречиво выглядит, на мой взгляд. Повторюсь, на мой взгляд только. И я надеюсь, что данное противоречие будет в первую очередь вами рассмотрено. Я надеюсь, что данное противоречие в первую очередь будет вами разобрано, и вы, ну, как бы его разрешите, потому что есть ощущение, что ваш ребенок как раз таки и живет в этом самом противоречии, которое создали вы. С одной стороны, вероятно, некая авторитарность, а некое поклонение, с другой стороны, желание этот самый образ, это обожествление сохранить только у себя, чтобы это было только ее. Ну, как бы, ни то, ни другое не является чем-то хорошим. Я думаю, что ребенок вас идеализирует. То есть именно вот ваша дочь, я думаю, что ваша дочь вас идеализирует и идеализирует достаточно сильно. Я думаю, что от этой идеализации нужно отходить. Вот. Вам. Я думаю, что необходимо все-таки двигаться в сторону того, чтобы приучать ребенка к мысли о том, что вы человек, о том, что вы в целом вполне обычная, да, только обычная женщина, вот, обычный человек, да, вы уникальный человек, вне всякого сомнения, как и любой другой, но все же вы обычный. И как-то вот через данный постулат, как-то вот через данный аспект уже учить своего ребенка по-другому смотреть на вещи. То есть да, безусловно, будет некая агрессия, безусловно, будет некие конфликты. Это, в принципе, нормально, к сожалению, потому что ребенок привык к определенной модели поведения, вот, но здесь по-другому не получится. Это будет совсем тяжко, то можно и к детскому психологу ребенка отвести, ну, только обязательно такой гуманистической направленности, не педагогической направленности, что важно, а именно гуманистической, потому что педагогика, особенно подростка, может от себя как-то оттолкнуть, если вы хотите именно результата, то, на мой взгляд, все-таки лучше, что можно предложить ребенку в качестве именно, ну, разновидности, разноплановости детского консультирования, это все-таки, наверное, гуманистическая такая вот, ну, гуманистическое как бы направление психотерапии.
Вот. Ну, опять же, это понятно, что это чисто мое мнение. Я надеюсь, вы понимаете, что я как бы здесь ни в коем случае не настаиваю на этом, да, и, ну, допускаю, что у вас, например, может быть свое мнение. А вам необходимо самой обязательно, вам необходима психотерапия, вот, чтобы в себе разобраться, чтобы от противоречия избавиться, вот, чтобы в какой-то степени, может быть, прошлым жить, перестать, мне кажется, что имеет место быть такая неприятная штука, как то, что можете вы удерживаться в прошлом. Вот. Ну, ничего хорошего совершенно в этом нет и как бы быть не может, поэтому в этом вам можно помочь разобраться. Так что, вот, поработать с чувством вины, раскрыться для новых отношений, которые у вас, которые вам необходимы, вот, и учиться демонстрировать другие роли, себе, может быть, другим людям, может быть, ну и самое главное, конечно же, дочери, которая, кроме как, в качестве своей мамы, вас не видит. А вам очень важно демонстрировать ей не только, какая вы мама, но и другие качества, например, женщина, например, ну, что можно еще, сотрудник, друг. Значит, личность, творческий человек, жена и так далее. Отдельным пунктом я бы сказал, что иногда помогает, но далеко не всегда. К сожалению, тут нужно принять во внимание возраст вашей дочери и так далее, но просто в качестве такого компенсаторного, в качестве дополнительного средства можно попробовать верить дочери кого-нибудь в опеку, чтобы она о ком-то заботилась. Первое, вот, и второй такой вот важный момент, да, я вам порекомендую книжку Юлии Борисовны Гиппенрейтер «Общаться с ребенком как?». Вот. В этой книге есть, собственно говоря, рекомендации по поводу того, как с ребенком общаться и налаживать, так сказать, контакт, в том числе контакт духов, чтобы искренность была, чтобы, ну, был такой вот довольно-таки самобытный, если можно так выразиться, контакт. Потому что сейчас такого контакта между вами, как мне кажется, конечно, нет. Вот, то есть какой-то контакт. Там присутствует, конечно, какой-то контакт, вот, ну, этого контакта, на мой взгляд, маловато, все-таки, контакт, на мой взгляд, должен быть искренним, контакт, на мой взгляд, должен быть свободным, контакт, на мой взгляд, должен раскрывать людей, ну вот, сейчас раскрывать, как бы, ну, партнер, да,
А в вашем случае этого, к моему большому сожалению, судя по всему, не происходит. То есть в вашем случае такого вот раскрытия вас обеих в контакте нет. И соответственно, если раскрытия в контакте нет, то можно говорить о том, что контакт проходит в туне. Вот. Ну, такой ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вы для себя какие-то выводы сделаете. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!